Лето на дворе, а это значит, что самое время для активного отдыха. Так лагерь «Юнармеец» открывает свою первую летнюю смену. Один из лучших лагерей Подмосковья вновь распахнул свои двери. И даже погода в этот день порадовала ярким, по-настоящему летним солнцем. С открытием сезона ребята коллектив «Юнармеец» поздравили почетные гости. Наступили долгожданные летние каникулы и долгожданное для вас лето. Я надеюсь, что погода в течение смены будет хорошей. Вы сможете оздоровиться, познакомиться друг с другом. Школа осталась на 3 месяца позади. Я хочу вам пожелать, конечно же, хорошего времяпрепровождения. Сильно не хулиганьте. Слушайтесь вожатых. Берегите себя. Берегите младших. Слушайтесь старших. Мы хотим, чтобы это лето стало для вас маленькой жизнью. Чтобы вы обязательно были здоровы. Действительно. Мы хотим, чтобы вы провели очень весело время здесь. Отдыхать здесь здорово, находить новых друзей здесь можно. И самое главное, что отсюда вы увезете заряд оптимизма, бодрости, хорошего настроения и здоровья. Уже придуманы названия отрядов и девизы, к отдыху они готовы. За первую смену в лагере отдохнут порядка 340 мальчишек и девчонок как из нашего городского округа, так и из соседних муниципалитетов и столицы. На построение в день открытия выстраиваются отряды, всего их 11. Многие из ребят далеко не в первый раз в «Юнармейце». Признаются, сюда хочется возвращаться снова и снова. Тут уютно, весело, тут все делается для детей и хорошая компания. Вожатые добрые, они нас понимают. Вообще, что ждете от этой смены? Ну, веселье, да. Радости, и хорошего настроения. Новые эмоции, впечатления. Ну, как всегда, все хорошо будет. Впереди у всех этих мальчишек и девчонок несколько недель активного отдыха. Тематика же смены гражданско-патриотическая, и ребят ожидает интересная программа, наполненная различными конкурсами, встречами и мероприятиями. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».